коллеги, уважаемые участники этого прекрасного, приятного, торжественного вечера. Слава Богу, я большинство здесь знаю, а кого не знаю, познакомимся еще. Самое главное, что я хорошо знаю Александра Алексеевича Лапина. Потом в нашей жизни происходили разные перемены. Он стал писателем, я директором, он был одно время директором. Потом он это... Но что-то вот это внутреннее журналистское, очень важное, сохранилось, и оно нам и сейчас помогает, и ему в первую очередь. Он очень подлинный человек, очень хорошо знает жизнь. Журналистика, я думаю, ему это, в этом помогла. Я помню, мы с ним еще довольно молодыми людьми, не так давно переехавшими в Москву, ходили. И Лапин уже тогда поразил меня тем, какой он мудрый парень, какой он глубокий, какой он оттуда, от народа, он был совкором, как и многие хорошие журналисты потом. Вот это вот все, он это умел. И если бы я был пророком и провидцем, как Берия, но я не был, конечно, я бы и тогда уже понял, что Лапин будет писателем. Книги, которые он пишет, обстоятельные очень, очень связанные с эпохой, очень точные и полные каких-то деталей, которые я так же, как и он, замечаю и думаю, вот смотри, вот правильно, и это правильно, и вот то правильно, и герои живые, и они все оттуда, из нашего времени, чуть раньше нашего времени, чуть позже нашего времени и так далее. Мне доверили вручить от имени Союза журналистов России, от имени Соловьева Владимира Геннадьевича, мною уважаемого тоже очень человека, он награжден почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом, как вы понимаете, перед нашим журналистским профессиональным сообществом. Безмерно этому рад, Саша, поздравляю. После Мамонтова то Божье кино показывает. Судьба как таковая, она, по-моему, вообще не существует, хотя есть определенные какие-то моменты и определенные люди, которые идут вместе с тобой по жизни и периодически все время оказываются рядом. Иногда задумаешься, почему такие люди рядом с тобой идут. И, может быть, вот это и есть та самая судьба, о которой вы сейчас меня спрашиваете, потому что судьба, она в конечном итоге находится внутри нас. То есть, какие мы, такая наша судьба, если быть совсем точным. 14 мая 1952 года в казачьей станице Прохладной, что в Кабардино-Балкарии, родился мальчик, которого назвали Александром. Если правда, что имя определяет судьбу, то неудивительно, что самой большой мечтой Саши было увидеть мир, начинающийся за пределами родной станицы. Пятиклассником он пошел в свой первый туристический поход. С той поры их команда каждый год побеждала на различных соревнованиях, а в год выпуска стала чемпионом Кабардино-Балкарии по туризму. Получив аттестат, Саша Лапин отправился на поиски своего места в жизни. Первым шагом на длинном пути стало строительное училище в Алма-Ате. Ну, я твердо знал, что я нахожусь не на своем месте. Я как бы изначально понимал, что, родившись в такой, условно говоря, скажем, нищей, да, крестьянской семье, в Кабарде, среди, так сказать, казаков, я был абсолютно убежден, что это не мое место в жизни, что меня ждет совсем другая судьба, и нужно просто преодолеть все те препятствия, которые накладывают жизнь. И, если условно говорить, прорваться в другую жизнь. В начале 70-х работал монтажником на Алма-Атинском домостроительном комбинате, зарабатывая, как тогда говорили, стаж, чтобы осуществить свою мечту – поступить на факультет журналистики Казахского государственного университета. В журнале «Автомобильный транспорт Казахстана», честно пройдя все ступеньки редакционной лестницы, занял кресло главного редактора. Я, например, всегда был убежден, когда поступил на факультет журналистики, что я буду работать в «Комсомольской правде». Хотя я был настолько далек от нее, и в первые, так сказать, годы своей журналистской деятельности вынужден был идти
работать в технический журнал, назывался «Автомобильный транспорт Казахстана». И основным моим занятием было описывать разного рода железяки, что, собственно говоря, мне абсолютно не нравилось. Но я был твердо убежден, что рано или поздно я буду работать в этой газете. И, собственно говоря, так оно и сбылось. В 1986 году получил шанс стать сапкором «Комсомольской правды» по Казахстану. В те годы это была самая авторитетная, самая читаемая газета страны. За 15 лет сделал карьеру, которая делает честь профессионалу. От корреспондента до заместителя генерального директора огромного холдинга «Комсомолки». Александр Лапин был одним из тех, кто создавал региональную сеть «Комсомольской правды». Я вот искал такую работу всегда, всю жизнь, где у меня бы не было начальников. И поэтому я пошел в журналисты, потому что в то время, в советском период, это была наиболее свободная профессия. В 2000 году Александр Алексеевич переехал в Воронеж, где создал собственный печатный бизнес. Издательский дом «Евразия Пресс 21 век» — это более 20 изданий, собственные типографии и своя сеть распространения, работающая в 8 крупнейших городах Центральной России. Круг интересов Александра Лапина не ограничивается бизнесом. Глава Воронежского отделения Российского фонда мира, депутат областной думы, президент Федерации карате «Фудокай». Последнее время главной точкой приложения его разнообразных талантов стала литературная деятельность. И лучше всего ему пишется в живописном селе под названием Синное, напоминающем станицу его детства. Идеальный день – это, наверное, день с друзьями, которых уже нет. Можно было бы провести, встретиться, поговорить, да, с ними. Выпить, может, посидеть. На берегу речки, как в детстве, там, в юности. Вот это, наверное, был бы идеальный день. Что вот говорят, а кто такой Лапин? Писатель из Воронежа. Да ничего подобного. Нет литературы ни воронежской, ни тульской, ни вологодской, ни приморской. Есть литература или не литература. Вот он литература, он писатель. Александр Алексеевич, давайте тогда вам слово, и уж о чем вы скажете, кого сегодня вспомните в эти дни, это только от вашей жизни. Пожалуйста. Спасибо всем, кто сюда пришел. Но я бы хотел еще вспомнить тех, кого нет. И в первую очередь, конечно, судьба моя связана с «Комсомольской правдой». Судьба моя связана с Сумбулакиным. Просто в жизни бывают такие люди, с которыми ты идешь и вроде бы уже разошелся. И думаешь, что все, как бы пути и дороги разошлись. Но почему-то жизнь нас связывает с ними. Вот Володя, он такой был, с которым я был связан по жизни. Поэтому огромное ему спасибо, потому что такие люди, как он, это бывает, которые идут рядом с тобой, это бывают люди судьбы, да. У меня таких людей немного, может быть, два или три.
Это мой главный редактор в журнале «Автомобиль и транспорт», который подобрал меня в свое время, несмотря на то, что я был, так сказать, не шибко лоялен к советской власти, но он посчитал, что пригожусь я. Я пригодился. Его звали Василий Акштархан. Вот Сунгоркин, ну, может, еще и один или два человека. Но здесь в массе своей, скажем так, собрались люди, которые со мной работали много лет. И я от этого и хотел, чтобы мы встретились здесь и пообщались. И поэтому у нас есть еще один юбилей. У нас в этом году 30 лет так называемого регионального движения. Поэтому в региональном движении есть отцы-основатели, есть люди, которые, так сказать, поддерживали. Есть люди, с которыми мы вместе строили эту «Комсомольскую правду». Вот. Они все здесь, в массе своей. Мы их не забудем. Главное, мы их не забудем, обязательно выпьем за каждого. Поэтому спасибо газете, но сегодня уже, конечно, я не газетчик. И 10 лет тому назад как бы для себя определился. Это тоже интересный выбор, и этот выбор каждый человек делает. Для себя, вот каждый молодой человек, который поступает на факультет журналистики, он всегда думает, что он напишет Гитлеру. Всегда. Вот сколько у меня было там друзей, с кем я учился, все думали, что мы напишем Гитлеру. И я тоже думал. Но так как жизнь складывается у журналистов, они все время это откладывают, откладывают. Думает, что да, вот завтра, да вот завтра. Да вот завтра, а мне раз и 60 лет исполнилось. Я понял, или я напишу, пока еще остались какие-то силы, или уже все, эту мечту надо похоронить и считать, что, в общем-то, я буду, так сказать, хорошим издателем и более-менее толковым, так сказать, журналистом. Но я посчитал, что это не так. 5 раз я судьбу поворачивал, по-разному переезжал из одного города в другой, вот, из одной страны в другую, и в этот раз тоже решил повернуть. Это было на 20-летие, и тогда мне вот человек подошел, Марина Гусева, спасибо ей, мы с ней рядом, 10 лет идем. Да. Я говорю, вот мы тут напишем, так сказать, написал я несколько книг, давай будем издавать, иначе ничего. А дальше уже 2-3 книги написал, а дальше уже в дело вступило издательство «Вечер», «Союз писателей России». Вот. И они как бы читатели, и они стали говорить, ну а где же продолжение, где же продолжение? Ну, а я и запрягся. И вот за 10 лет мы издали 20 книг. Ну, продали по нынешним временам 60, по-моему, 70 тысяч. Это по нынешним временам ничего. И, в общем-то, я тоже думал, что закончу свою, так сказать, деятельность в этой сфере. Как говорил Алексей Васильевич Гордеев, да, у нас был губернатор, мы с ним как бы очень плотно общались. Вот. Он говорил, 10 лет достаточно, чтобы любой вид деятельности себя проявить. А дальше уже начинается повторно пережевывать все, что, так сказать, повторяется. Вот я 10 лет работал и думал, что в этом году напишу вот эту вот последнюю книгу. Вот. И как бы я решил, что все, закончили писательские дела. И, в общем-то, уже стал подбиваться к Союзу писателей. Говорю, вы меня зовите на семинары почаще, я буду молодых учить. Руками размахивать и, так сказать, встречаться с читателем, мне это страшно нравится. Вот. И тут раз началась вот эта специальная военная операция. Я понял, что история не закончилась. Почему? Потому что мы, вот наше поколение, тех, кто здесь сидит, не знаю, мы участвовали в величайших событиях в истории человечества. В чем они выражались?
Такие события бывают раз в 2000 лет. Это было 2000 лет назад. Распад Римской империи, смена общественного строя и появление новой религии – христианства. Прошло 2000 лет, и мы опять присутствуем при распаде Великой империи. Жили, да? Мы увидели смену общественного строя, и мы присутствовали при втором крещении Руси, наблюдали. Я думаю, что на жизнь одного поколения этого вообще достаточно, всех таких потрясений. Но оказалось, что не все так просто, и начался новый поворот в этом мире. Новый поворот, который заключается в том, что мир становится, как они говорят, многополярным. Россия сегодня находится в положении, так сказать, я вот подготовил статью, называется она «Сказание о специальной военной операции». Россия находилась и находится в том же положении, как находилась Русь до 1380 года. Мы платили дань Западу, в общем-то, по дешевке продавая энергию и свои, так сказать, сырьевые ресурсы, интеллект и прочее, прочее. Теперь эта эпоха кончается, и, конечно, я понял, что рано складывать, так сказать, руки, перья, и надо написать еще одну книгу. Поэтому первое, что я сделал, когда началась специальная военная операция, я поехал на Куликово поле, которое рядом с нами, для того, чтобы понять масштаб событий и всего того, что происходит сегодня. Масштаб события великий. Мы люди все маленькие. И большинство людей даже не понимает, при каких событиях они существовали. И дело писателя рассказать об этом. Когда я встречаюсь с читателями, то я периодически с ними, так сказать, общаюсь. Я всегда говорю, что я бы хотел рассказать о нашем поколении. Потому что 90-е годы – это не без времени, не какое-то пустое место. Да? Это было время, когда мы все работали, когда мы собирали страну, когда мы искали новую жизнь вместе со всеми. И поэтому если эта история не закончится никогда, и она сейчас не заканчивается. Поэтому сел, ну никак вот не получалось, я называю это, стать на струю или как там, стать на линию, да, чтобы сесть и начать писать. Вот сейчас последнее событие, смерть Сунгоркина, конечно, меня тоже потрясла. Но я думаю, что я вернусь к этому и напишу еще один роман, который будет называться «Копье пересвета». История, которую я рассказываю, как у американского этого самого, знаете, американская история успеха, да, из ничего чего-то сделали. Вот. И люди, которые, в общем-то, в этом участвовали, наверное, это знают, а кто не участвовал, могу рассказать.
вся история регионального движения и вообще рождение и возрождение комсомолки началась, знаете, с чего? С телепрограммы. Идея родилась у разных людей, ну, скажем так, у Сунгоркина и вокруг него. Суть заключалась в том, что «Комсомольская правда», как все союзные газеты, выходила с телепрограммой из Москвы. То есть вот четыре полосы, пятая, или там четвертая полоса. Это телепрограмма из Москвы. А телепрограмма из Москвы нигде не нужна. Ни в Владивостоке, ни в этом. Появилось новое телевидение. И экономический механизм заключался в том, что было предложено, значит, снимать эту телепрограмму на месте и, с этой, и ставить местную. Но так как местная была в два раза меньше, чем московская, да, в типографии, то тогда было предложено для того, чтобы окупить эту телепрограмму, значит, сверху ставится телепрограмма, а снизу собирается местная реклама и вставляется в эту газету. Вот. Дальше все пошло достаточно просто, механизм. Когда люди собирали вот на полполосы рекламу, ее становилось все больше и больше, им некуда было ставить. Они говорят, давайте мы сделаем вкладочку сюда, еще одну полосу поставим с рекламой. Но так как реклама не читается, давайте еще поставим какой-нибудь материал. Ну, там разные материалы ставили. Потом реклама стала еще больше, и некоторые люди, типа меня, еще других, ну и тоже суммарно решили, что денег вообще хватает на то, чтобы открыть газету еще. Но газету какую? Рекламную. То есть тогда не было такого количества носителей, как сегодня, ни телевидения, ни интернета. Да? И мы начали делать рекламные газеты, которые назывались «Абанк» и «Экстра М», по-моему. Первая была здесь в Москве, помните, толстенная «Экстра М», да. Вот это был второй шаг, а третий шаг уже не все преодолели, но я вот преодолел вместе со своим региональным движением. Вот здесь есть Лев Комов, который, так сказать, с нашей доброй, так сказать, с доброго попустительства открыл газету и назвал ее «Газета Моё». Сегодня это лучшая городская газета в России. Называется «Моё». Все очень просто. Дайте моё. Приходишь, говорит, дай моё. Дайте моё. Вот начали делать уже газеты. Разные, всякие. Была в Петербурге, Петербургский экспресс. Ее делала Ирина Потехина, нынешний вице-губернатор Петербурга. Было еще несколько, я уж сейчас не помню, разных. Вот так, собственно говоря, родился холдинг. Я вам экономический механизм. Уехал в Воронеж и там построил свой холдинг. На своих представлениях о мире и о жизни. Мои представления заключались в том, что газетчик должен деньги получать на всех этапах. Поэтому первое, что мы сделали, это мы построили систему распространения. Там 400 или 500 киосков. То есть сами продаем, сами газету делаем, изготавливаем, сами газету продаем, получаем прибыль. Дальше, следующий этап, сами газету печатаем, построили типографию. Вот. И дальше уже пошло. И уже комсомолка стала, так сказать, ну, одним из продуктов, которые мы делаем в Воронеже и в других городах Черноземья. 8 или 9 городов мы еще продолжаем работать. Вот это экономический механизм, да? То есть я вам рассказал простую историю успеха газеты «Комсомольская правда». Каждый из нас пошел своим путем. Многие пошли своим путем. Всего было 56 таких представительств. Вот ваш покорный слуга был таким белкой в колесе управленцем всей этой огромной на территории. Эти люди поднимались вместе с газетой, шаг за шагом. Они познавали вот основы этого бизнеса. И пример «Комсомольской правды» стал примером для всех остальных газет.
А кто так не сделал, тех нету. Нету газеты «Правда», нету газеты «Советская Россия», нет «Могучих известий», нет такого труда, нет. Вот. А кто пошел за нами, продолжает работать. Может быть, других, МК, еще какие-то газеты. Поэтому об этой истории можно рассказывать очень много, очень много. Но я вам просто вот в двух словах рассказал, какова механика этого дела. Александр Алексеевич, судьба. Почему-то мне удалась история поколения, у которой, может быть, мало кому удалось в нашей литературе, потому что, вот еще раз говорю, такая жизнь, большая жизнь за плечами. И вот какая-то в него есть и надежность даже внешнего. Писателей много. И вот Николай Федорович Иванов, который лучше меня знает об их количестве, качестве и всем остальном, сейчас скажет. Друзья, вы знаете, я сейчас буквально фразу скажу. Я еду однажды к себе в Брянск по Киевской трассе, и указатель Тихонова пустынь. Я знаю, что там есть родник. Я подъезжаю к этому роднику, начинаю пить воду, и вдруг голос про меня. Молодой человек, вы из Москвы? Я говорю, да. Вы неправильно пьете воду. Поднимаю глаза, стоит монашка. Я говорю, почему неправильно? Говорит, прежде чем пить воду из родника, надо сначала промыть глаза. Вы очень много в Москве плохого чего видели. И надо промыть уши. Вы очень плохо, много чего в Москве плохого слышали. Вот перед тем, как пить родниковую воду, сделайте вот это. Вот мы, в самом деле, должны пить из чистого родника и самими как-то быть чистыми. И, знаете, промыслительно. Вот первая книга у Александра Алексеевича называется «Чистый родник». Ничего случайного в этой жизни нет. Вот у Александра Алексеевича, знаете, удивительно все сложилось. Сложилась биография. Сложилось вот журналистское видение и умение добыть факт. У него нет книг просто ради книги. У него книги информационно насыщены. Удивительно. И это последняя книга там о Берии. Да? Это все информационно насыщено. Это еще и красиво написано. Это добротно написано. Знаете, вот газета приучает, ничего лишнего. Да? Вот дали тебе столбец на 120 строк. И надо все уложить. Все три блокнота, которые ты списал в командировке, надо вложить в эти 120 строк. Вот здесь все вкладывается. Поэтому еще нашего друга и с выходом книги, поздравим его и с днем рождения. Я очень рад, что у вас такой круг друзей. Вы называете фамилии, а это все у нас на слуху у нашего поколения. Да? И я достаю все-таки коньяк. Друзья, национальный писатель России, я хотел бы ударить Джуст Грина. Вот, чтобы у вас была, чтобы жизнь была и литература, бегущая по волнам, чтобы на горизонте всегда олели алые паруса. Видели одно слово, которое было много раз в титрах. Это слово четырех букв. Называется «Вечи». Многие книги наш юбиляр издает в этом издательстве. Вот я же не ругал немножко Сергея Николаевича Дмитриева, одного из его руководителей этого «Вечи». Но издательство хорошее, Лапина любит и издает, а Сергей Николаевич будет сейчас говорить. Ну, друзья, я могу действительно сказать, что «Вечи» уже 10 лет издает Александр Алексеевич. Вот. И, конечно, это не случайность совсем. Но вы знаете, что мы издаем таких классиков исторических романов, как Пикуль, Балашов, Задорнов. Вот. И когда Александр Алексеевич появился, я вот сразу почувствовал, что это вот рождается новый такой писатель такого исторического плана. Почему? Потому что вот все, что вот это вы видите, это такая сага поколения, как мы говорили, да? И мало кто брался за такую сагу. Вот вспомните, кто из современных писателей может похвалиться там десятитомником современной такой саги? Да нет таких писателей. Вот Балашов, вы помните, «Московский государь» описывал, Пикуль там
написал 150 миниатюр о наших деятелях. А вот Александр Алексеевич, он перенес это все на сегодняшнюю почву. И в этом смысле он, конечно, вот мы недавно сделали 12 томов Проханова, 14 томов Личутина, то есть он стал в один ряд с такими вот крупными писателями. Я очень рад, что Вече здесь приложила свою как бы руку, вот. И хотел сразу сказать, что Александр Алексеевич, он действительно удивительный человек. Он, я сколько раз помню, он говорил, все, последний роман, все, я уже все писать не буду. Потом раз, «Крымская весна», он говорит, «Крымский мост» у меня родился. Потом куда-то он поехал, куда он что-то. И вот по этой книге такая была история. Это несколько лет назад было. Он увлекся вот этим периодом советской истории. И удивительное дело, он стал как бы историком. Помните Пушкин? Ну, в конце жизни Пушкин поэзию же не писал, вы знаете. 5 стихов в год. Вот. Он стал историком, полез в архивы. И вот Александр Алексеевич пошел по стопам Александра Сергеевича. И вот эта книга, сразу вам скажу, она совершенно другая. Если вы ее откроете, там примерно 25-30% это документы. Вот. Причем документы уникальные. Как историк могу вам сказать, там есть просто сенсационный документ. Просто я хочу сказать, что этот роман надо читать очень внимательно. Вот, поэтому я, Александр Алексеевич, поздравляю с этим новым проектом, но у меня есть один сюрприз. Дело в том, что Леонид Ильич Палько, наш директор, вы знаете, вот, управляющий вице-президент Книжного союза, и Сергей Вадимович Степашин попросили меня вручить высшую награду Книжного союза с очень важной формулировкой. За возрождение духовных традиций русской литературы, и слушайте дальше, и за вклад в продвижение печатного слова. Дело в том, что Александр Алексеевич, он вот на стыке литературы, журналистики, у него и газеты, у него и журналы, кстати, он наши книги продает и в киосках тоже, наши вот вечерские книжки. Поэтому вот за этот союз журналистики, литературы и менеджмента, который в нем присутствует. Это главный знак Российского книжного союза. Пиджак не жалко, у него еще есть, я думаю. Пиджак еще есть, можете прикрепить его, Николай. Он прикрепился? Про Берию, в общем-то, начало было такое интересное. Если говорить всерьез, да, я сначала думал, что писатели вообще пишут книги, сочиняют. То есть они вот садятся, пишут книжку, там собирают факт. А пока не сам начал в этом деле, так сказать, участвовать, и пока не понял, что писатель вообще все пишет из себя. Это факт. Из себя. Поэтому, написав, по-моему, кажется, книгу под названием «Крымский мост», я стал вглядываться как бы в себя самого, а что еще в моем характере, в моих, так сказать, представлениях о счастье и о жизни я еще не рассказал миру. И вот какое-то путешествие я приехал в Петербург, и, собственно говоря, мы всегда, когда приезжаем в Петербург, мы ходим вот в большой книжный магазин, у Зингера называется, да, это книжный магазин. К сожалению, вот в этом году, да. Все, я два раза был, магазин закрылся. Да, и в этом чудном магазине, он чем отличается от всех остальных магазинов, отличался тем, что во всех магазинах есть литература, которая продается. А там еще есть литература, которая вообще такая вот вроде не совсем продающаяся, и я спускаюсь там в подвал и начинаю ковыряться с всякими монографиями, там еще о чем-то. Вот, было так, сейчас не знаю, как будет. И я там обнаружил монографию, всего 100 экземпляров она вышла. Значит, там такие ученые люди описали, поехали по местам, где Берия родился, где жил. И они с точки зрения современного времени описали, что происходило. Я прочитал вот эту толстенную такую монографию. Думаю, о, какой парень-то был, а? Шустрый он такой, настоящий грузинский мужчина. Посмотрел, думаю, а где-то тут что-то похожее есть, созвучное с моей судьбой, с моей жизнью. И
понял, что эти люди сделали ту работу, которую я обычно делаю перед тем, как написать книгу. То есть они проехали по тем местам, по которым должен был проехать я, посмотреть, поговорили с людьми сразу, кто остался жив. И сначала я думал, что, ну, как роман напишу, Берия, там, вот, любовь, туда-сюда. И начал погружаться постепенно в это дело. Вот тут я должен сказать спасибо комсомолке, потому что комсомолка начала издавать документы, их не так давно. И начали рассекречивать почему-то. Ну, считай, что 75 лет можно уже что-то там, немножко правды сказать о том, что происходило. Я стал эти документы покупать, вот такие толстенные тома, и там обнаружил, что Берия, оказывается, не самый последний человек, да, и не сукин сын, оказывается, серьезный государственный деятель. И когда я стал погружаться в документы, я понял, что все, что я могу сочинить, это будет очень слабо и бледно выглядеть по сравнению с теми документами, которые сегодня публикуются. Вот. И потихонечку я понял, что нужно основываться на этих, так сказать, документах. Потом уже попутно, понимая, что не все уже понимают, о чем идет речь, кто такой там Берия, кто такой Сталин, кто такой Третий Интернационал, например, да, уже никто, наверное, не представляет, что такое Третий Интернационал. Я стал разбираться в этой ситуации, так сказать, и в какой-то части книги, в общем-то, эти вещи постарался обобщить и рассказать. Да? Вот это и как раз мне, тут вот, это как раз творческая работа писателя. Понять, что происходило, как это происходило. Поэтому эта книга для меня была очень тяжелая. Я ее 1 мая сдал и выдохнул, потому что, ну, это было просто каторга. Просто каторга. Я сказал, все, хватит, я сыт по горло этой работы, потому что на такой каторге сам себя запрягаешь и сам себя погоняешь. Да? И все это должно быть на документах. И главное, чтобы это было интересно. Чтобы это было, чтобы это читалось и чтобы это было правдой. Спасибо большое. Была когда-то популярная серия, называлась «Классики современники». Все помнят, да? Вот сегодня у нас был классик, а мы современники. На этом заканчиваем. Спасибо за внимание.